Как ты понял, сегодня в выпуске серия Battle TV, посвященная перепрессу кассеты, точнее даже, ну да, перепрессу самого ходового моего альбома, моего проекта Edge of God, One Man Project 1999 года. Альбом 1019. Вот, смотрим. Это я как нянча и понял косяк. Механизм дофотился. Механизм манит. Всем так. Прям выпало. Все. Смотри, с кем об этом мне будет интересно. Мольба, да. Хочу грайнд. Гитарный нойз метал. Все, стрим будет, хочу интересного. Подписываться на канал. Очередной серии Metal TV номер 199. Расскажу я сегодня о саундтреке Edge of God, альбом 1001 Смерть. Книги у меня это нету. Сразу говорю, это вот Вики. Книга есть или была, не знаю. Покупать ее дорого. Короче, буду сейчас рассказывать, показывать. Сейчас. Это я только что рипнул перепресс свой на этот самый, на компьютер. Вот, значит, моя, ладно, сейчас буду показывать. Так. Да, ну, Лыкси продаю тут шмотки свои. Свои издания, кассеты. Ненужные вещи. Вот, someday will die, open your mind. 30 гривен, да, ну ладно, еще с конца начал, ладно, будем начинать отсюда. Так, вот, сегодня 2 часа назад разместил на своей группе на Facebook, разместил статью. Салют, Metalhead, сегодня 20 сентября, на улице ранняя осень, уже занялся активной деятельностью, действую по расписанию для их планового осуществления. Почему я сам рассказываю о своей творческой деятельности? Возникает, наверное, у тебя вопрос. Да потому что возникли непонятные проблемы на странице. Ну да, у меня воля, поэтому... Да, ладно, фиг с ним. Где все настоящие даты, о которых я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком и написал свои даты. Пидор ебаный, сука. Или это чей-то заказ, может быть, Гапона, хуй его знает. Или это просто похуизм и нежелание разобраться. Поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах. И начал с проекта Angel of God. Итак, сегодня, завтра я размещу ролик, посвященный самому продаваемому. Огромная благодарность Siege Records. Весь тираж был распродан, да. И не помню, какой-то журнал в Луганске я отправлял свои кассеты, но это было уже в начале нулевых. Чел там сделал этому альбому сногсшибательную рекламу. Процитирую. Данный альбом включает в себя 28 казней. Примечание мое. Не помню, что там точно было, потому что этих статей у меня нету. Это было на 5-м. Тогда и на это у нас не было, и по почте отсылались эти самые кассеты, и там всякие журнальчики делали рецензии на материал, и присылали, и распространяли по почте, короче, да. Вот.
рекомендую прослушать этот альбом и умереть, короче, что-то типа такого. Не помню, короче, как там точно было. Может быть, этот чувак там проснется и... Может, он живой, может, его в Лугандоне не захуячил. А, чувак, ты там расскажи, пришли мне эту самую... На Facebook хотя бы мне пришли эту скриншот или сам этот журнал подари мне, там где рецензии ты обо мне писал, вот, в Лугандоне, короче, да. На, да, потом что там дальше? Потом, огромная благодарность Ие, да, вот она, Ие. Ика, да. Моя подруга на тот период жизни 1993-2000 года. У нее была книга «1001 смерть», и благодаря прочтению ее я сварганил такую шедевр, да. Да, и еще на фоне, там где тексты песен, ну песен, тем инструментальных, есть фраза «Не слушать данный альбом людям с неустойчивой психикой и болезненным воображением». Да, это тоже Ика придумала. Тираж этого альбома, в общем, с допечатками был около 100 копий. Там, может быть, больше, может, меньше. С 1999 по 2003 год. Это вот. Альбом «1001 смерть», 1000, да. И сварганил я его в далеком 90-м году за... Ну, об этом смотри в новой серии с номер 190, сегодня-завтра, да. Данный релиз включает новые инструментальные треки. Кстати, там я использовал электрогитару, бас-гитару и драм-машину. Из примочек я использовал Zoom 505 и Metal Zone, да. Более подробно смотри, слушай в моем сегодняшнем, завтрашнем выпуске Metal Show. Ну, вот это я его сейчас снимаю, да. Записал я этот альбом в 99 году за одну ночь в августе, это я точно помню. Потому что у меня уже было все, то есть, сейчас, секундочку, да, в августе. Некоторые критики мне высказывали всякую ересь, потому как не понимали всю суть данного труда. Тут все инструменты играют свои партии, не как в обычной музыкальной теории. Поэтому те, кто ожидал, что это будет полноценный дед, он разочаровался, так сказать. Короче, все тут сыграно, как и задумано автором, то есть мною. Дома я сам играл на всех инструментах. Вокалить я не думал, хотя неплохая идея, да. Но вокалить пришлось бы нестандартно, так как тут треки, это описание самих казней и ощущения казненных. Сводил я все дома, потом давал, как всегда, Саше кассету, и он мне чистил этот альбом и оцифровывал на матрицу CD-рку, да. Да, хочется сказать... всяким долбоебам. Как я так вот за 1990 год смог записать столько альбомов, надо будет посчитать, да. То есть как я их, ну, объяснил. Вот этот альбом, 28 песен таких коротеньких, я сварганил за одну ночь. Вот, вот здесь, вот, вот в этом вот, в этом пространстве, да, вот оно. Да, тут прямо на, за этим столом, по-моему, да, тут у меня Кен вот стоял, еще тогда помню. Тот самый вот усилитель остался, вот Тоскам, блин, вот. Как я так смог? А вот потому что, блин, я, блин, личность нафиг, а вы, блин, никто. Сейчас вообще качество музыкантов глимое. Не могут подобрать мелодии, не могут это самое, не могут все им подавать, там, табы, блин, эти ноты, блин, чтобы они по нотам все это дома подготовились, и только потом они смогут что-то слабать. Блин, ну что за люди пошли, а? Ну, понятно, что у вас, блин, мозгов нету, или вы, блин, а, мне кто-то сказал, что вас сейчас так учат. Ну, ваши, блядь, проблемы, нахуй, что вас так учат, нахуй, блядь. Я тут ни при чем, блядь. Вот. И еще. Идет один ботаник, блядь, где-то месяц назад написал там, что типа под моим постом 1666 год альбом, что это типа нойз. Вот, хотел бы сказать, вот я вчера слушал вот, «Тестамент» 2020, вот это качество музыки, а, охренеть. И потом послушал, вот, купил там у знакомого, там, через знакомого, вот,
Блотов кинул. Да у этого альбома, блять, качество записи хуже, чем у меня. 1666 год, сыгранный в 99 году. Этот альбом, наверное, 2000 каких-то годов, блядь. Тут качество записи глухое, ебать нахуй. Говно, ебаный рот, блядь. Чё не... Саенко, ты что, блядь, не мог нормально сыграть, записать альбом? Такие бабки сшибаешь, блядь. За вот эти диски, блядь, оформление тут такое, ну, классное, да, в принципе. А записать нормальный материал не можешь. Ну, пиздец, блядь. У меня и то лучше, ебать, блядь. Я в 99 году записывал. Охуеть можно с тебя, блядь. Вот, короче, так вот, да. Вот это, значит, пика, вот она. Можно сказать, она, да, Энджиогат название предложила. Предложила этот рекламный ход, так сказать. Вот, кстати, вот, да, вот это. Энджиогат, вот, напомню, да, в 99 году это такая фиша висела на каждом столбе там в центре города. Вот. Вот, кстати, мои вот растворения в кислоте. Тут, короче, вот эти все перепиливания, что-то там. А, о. Вот, повешение тут, короче, блин, расстрел, электрошок, вот эти все песни у меня тут есть, тут смертельная инъекция, отравление газом. Ну, короче, все вот они все мне описаны, вот все, как играть. Вот, опять-таки, молодежь удивляется, как я так смог записать все за один год. Ну, потому что у меня все было уже, все это было, и желание было. И когда у человека нет денег, блин, и есть стремление, есть цель, блядь, а потом она появляется, эта возможность. Все, я за один год и захуярил, блядь. Записал столько альбомов, столько проектов, блядь. Это ж Энджиогат, потом Доминион, Реквием, два Инцеста у меня в 90-х годах. Были проекты, да, вот. Один Блэковый Инцест. Гадс Энджер еще, да, Депрессив Дум. Вот, это все мои... Что там, да, Энджиогат, Доминион, два Инцеста, Гадс Энджер, Реквием. Это вот, да, и в 99 году я организовал в ноябре, 22 ноября, группу Спорт. Вот. Вот столько у меня проектов, да, вот это все за 90-е годы, да, это все я забабахал. Я поиганился, записал, и за один год, когда мне появилось, вот, ну, скам, ребят, там, ну, может, это восьмой год, по-моему, 99, да, смог, вот, давайте, вот, я смотрю, никак все реализовал, там нет, есть, конечно, все все шит, потому что, каких секрет, я туда, не, ну, так, такой секрет, ты понимаешь, и я человек, что я, это самое, силой. Занимаюсь спортом, у меня есть мантра миссии, да, примерно мантра силы, осуществляю свои силы для осуществления своих вот, целей, своих задач. Бывает тут, сюда, 30, вот, хиеты, мать, продает. Короче, вот тут потенциал, гривенка, сплатный, вот, хиеты, вот, гривен, 100 часов, да, вот, дизайн, 350 гривен, заходи, вот, а, гармония, 100, макли, ну, короче, и на Саныч, не будет. Ищи имя как Блэкс Макс. Тратить время, как говорится. Ой, Ютуб. Вот, подписывайся на мой канал. Если потом очень вид, потому что много. Завис. Ладно. Блин. Ладно. Сейчас. Вот, кстати, да. Вот, на YouTube канал мой создан плейлист. Тут дизайн, вся релиз, ЭМЗ, ненависть, гармония, КТСД души, дизгарм, богу, эмоции, гневов, дизгарм, 1666, хозяин, демония, сушая смерть, твой год, смерть, нет, 1001, земля, потом будет смерть, калипсис, трупов, смерть, и потопок, что будет иметь, жар, хау.
Томич, вот, и еще осталось, завершается, то есть сказать, о мне следующий выпуск получится 2000-е, будет о Калипсис, ЕПшник, а потом Revenge of и да, кассета так и была. И там два было, два эти микробана, потом будет меню, две недели будет Жархаус, и потом завершающая серия будет Эволюция, под это типа серия Сонг. И с этим нет, там можно сказать, можно заканчивать, а начну я следующий проект, о своем следующем проекте рассказывающий. Вот, а следующий проект будет, какой у меня Сест. Следующий я начал в 90-м году, Доминион, ну, Доминион позже, 99-м, Миниучи, а, ну, Доминион, по алфавиту буду, потом тогда будет, а Доминион я скажу. Или не, понял, или не, будем рассказывать, в принципе, да, можно, Доминион, ну, я сказать, кстати, Доминион. Так. Вот это вот версия альбома. Можешь услышать полностью. Это первый диск. Ну, тут 8.40, но сам альбом длится 3. По-моему, длится. Я вот сейчас посмотрю, как он длится. И нет. Вот он у меня рип, вот ты сегодня. Сам альбом длится 40. Ну, 19 секунд, да. 40. Вот, Миша, оттеку. Пробейся, да. Так, и можешь посмотреть. Помой. Слушай. Ты можешь послушать вот. Послушать вот целый трек. Сливание девственниц, да. Это уже кассета. Ну, то есть это мой репресс 2016 года. Тоже целиком песня для в ознакомительных целях. Вот, на моем же каналчике, да, вот, Максим Веха, вот. Решал. В 2017 году, 4 июня, 23 просмотра всего. Вот, люди пишут там very good и все такое, да. Ну вот, поехали дальше. Вот, да, ну, короче, напомню. Обложки мне делали уже не на студии Немцова во дворце труда, а в том же здании и в другом подъезде. Юля делала, была такая чувиха. Ну, она и сейчас есть, я ее, бывает, вижу иногда. Огромная ей благодарность. Этот релиз также продавали на лотках в киосках фирмы Лира от Сич Рекордс. Напомню, ну, Лира это не Сич Рекордс, это Гапона, по-моему, контора была. Короче. А Сич Рекордс, да, продавали там от Сич Рекордс. Напомню, самым ходовым альбомом был именно этот альбом. «1001 смерть». Весь тираж был распродан. А самым мало продаваем «Дисгармония», хотя довольно атмосферный альбом, рекомендую к приобретению после завершения договора с вышеозвученной фирмой и оставил на реализацию в магазине «Корона» аудиодиски и кассеты. И сам реализовал свои релизы на кассетах и на аудиодисках. Часть тиража подарил своим друзьям, часть тиража отдал на действия, например, барабанщику Мирошниченко группы «Фантасмагория». Был еще тираж 10 копий на аудиодиски в том же году, 99 года, то есть первый пресс. Как репресс, этот альбом был выпущен в 2017 году на Кульминс Рекордс. Это... вот он. Не, вот он. В 2016 году. Вот, тут я фотку взял, я показывал эту фотку уже. Я там со своей вазой, футболки с терриконами здесь Дивина и бандана Десайд. Вот. Ну, тут он почти один в один сделан. Вот я взял обложку такую, задник такой. Чуть-чуть по-другому, потому что тут издание дебильное.
Вот, сейчас покажу. Потому что издание дебильное. Тут у меня там оно с буклет такой, типа, открывалось все красивенько. Вот оно, вот у меня это моя авторская копия. У меня там с текстами все, мое издание. Буду делать, наверное, в этом или в следующем году. Вот тут 99-й год указан. Вот, вот Culminus Records. Вот это издание, это вот издание. Вот, сейчас покажу. Покупайте здесь. На курс 8 евриков, либо у меня дешевле, у меня будет стоить 150 гривен. И вот на кассете выходил репресс, вот он, как он выглядит. Ну, внутри, то есть там тексты, я не помню, есть или нет. Сейчас посмотрим, я не помню. А, да, тексты есть, да, тут вот тексты есть. Вот, стоит 6 евриков, да. Вот, тут текст есть, это моя авторская кассета, я ее не продаю. Вот, под каталожным номер VHR438, да, вот 6 евриков стоит. Вот она. Вот она так выглядела, выглядит. 66 копий, да. Culminus Records, по-моему, 10 копий всего, да. Ну вот, а вот мое издание, да. Вот, так что покупайте. Нет, это Culminus Records, да. О, да. А вот мы издание 2020 года. Там, вот, да, вот. Это на буш. Вот, видите, цена всего 15 гривен. Как выглядел пресс. Вот. Пресс так только. Вот это было вот. Не всю эту самую. Вот же что-то. Так вот. Размеры сохранились, и вот так получилось. То есть вот так. Так вот. И на первопрессе тут тексты были. Ну, а это репресс, текстов тут нет, на диске только будут тексты, да, я буду делать. Вот, получается, и кассета будет 150 гривен стоить, и диск 150 гривен, не меньше. Потому что все это денег стоит, себестоимость, блин, почти по себестоимости буду продавать, так сказать. Металлом денег, не, как говорится, не заработаешь. Хотя можно. Вот так втуливать всякую фигню, диски всякие там эти самые, как делают вот. Что это, блин? Такое дорогое, блин, издание, дорогая это самое, а качество звука говно, блин. Ну честно, я расстроенный, блядь, пиздец, сука. 260 гривен отдал за какое-то говно, блядь. Да ему, блядь, цена с таким качеством, блядь, ну гривен 60, нахуй, блядь. Пиздец, нахуй. Так, да, и перед этим была выпущена кассета в 2016 году, вот я показывал. На Vibra Chicago Records под каталожным номером, да, таким-то, вот. Снова, так как это уже снова уже был Grind Death Metal. У меня есть все мои авторские кассеты и диски с этих лейблов, да, вот. Один диск, одна кассета, да, вот, с этих двух лейблов. Ну и вот тираж я делаю 20 кассет. Вот в 2020 году я сделал. Это вот на бэушной кассете 30 гривен можешь купить, да. А так я буду на новых кассетах, где там ТДК, Sony писать, там бас. И каждая кассета будет закупочная стоимость 100 гривен, плюс обложка, авторские права, ну где-то 150 гривен, короче. 150 гривен будет стоить одна кассета, да, минимум. Вот, так что, ну и этот, кстати, диск, который у меня был последний, вот, значит, что я там дальше рассказываю. У меня, да, были все, ага, сыны продал, поменял с двумя музыкантами, их не релиз, например, этот альбом. На аудиодиски, последняя копия 99 года, я поменял на аудиодиск проекта Бетула, да. Вот этот диск у меня был, я поменял на проект Бетула, да. У меня в коллекции два диска Бетулы пока что и одна кассета. Вот, тоже Бетулы. Эрих еще есть, да. Ну да, из таких
кем я поменялся. Вот, сегодня я расскажу о казусах, покажу все издания этого альбома, я показал, кроме перепресса на кассете и на аудиодиске. Ну да, потому что у меня их нет в наличии, все. Потому что все было распродано, все было хорошо, так сказать, я доволен этим выходом, так сказать. Да, на удивление, такая музыка нестандартная людям подобается. Да подобает даже. Маньяков у нас богато. Помню, я еще стоял на Классическом переулке с шаманом одним. Там мы продавали, он продавал книжки по эзотерике, а я свои кассеты продавал там чуть в сторонке. И маньяки тоже покупали мои кассеты. Ну, они не знали, что это мои кассеты. Вот, ну, может быть, и знали, не знаю. Вот, покупали кассеты, да. Вот, я показал, да, потом я сделал дизайн, вот, дизайн вот такой получился. Ну, почему-то там, короче, не получилось. Вот, он меньше, видите, меньше намного, чем оригинал. Ну, ничего, в принципе, оно так тоже смотрится прикольно. Я постараюсь, может быть, еще и так сделать, ну, не знаю, посмотрим. Это надо, блин, фотошоп ставить. У меня, блин, на все времени нету. Я музыкант вообще-то, а не дизайнер, блин. Вот. Ну вот, короче, смотрим дальше, что там у нас. Так. Вот, тираж 150. 150 гривен будет кассета стоить, да, новая. Я по мере продаж делаю, покупаю кассету, когда мне приходит оплата за кассету, делаю обложку и все. И отсылаю человеку уже, ну, пишу, понятно, и все нормально. На все случаи жизни у меня есть, так сказать, план А, план Б, план В, план Г, план Д. Так что те, кто там думает, вот, бля, хуй вам. Вот, что скажу. Так. Вот. Покупает, да-да-да, вот я рассказал все. Ну вот, сейчас, кстати, вот играет этот альбом. Вот, видела только два человека. Сергей Чулков и Нерад какой-то Григуріс. Хай, металхеди, дякую, що побачили, подивилися мой цей пост. Кстати, вот этот последний сегодня добавился. Я его пригласил, там много людей пригласил, только вот один человек откликнулся. Ну, все. Что, вроде ничего не забыл сказать. Ну, да, хотел сказать, что да, я же говорю, музыканты сейчас это самое, не умеют подбирать ничего, все им надо подавать на блюдечке с голубой каемочкой, барабанщики такие же по классу. Последний, с кем барабанщиком я классом общался, это был Томас Богдан с чистой корницы, да. Богдан Куц, который все схватал на слух. Это был 2016 год. А перед ним был еще один барабанщик, он играет в группе Black Mesa. Black Mesa. Так, ну все тут. Сегодня не получится разместить, сегодня 20-е, я думаю, завтра размещу только этот пост. Кстати, вот да, первый блин комом, как говорится, вот, ненависть разместил, ну, там качество, конечно, не очень,
от SDM еще размещу, там качество получше, конечно, получилось почему-то. Хотя он раньше этот альбом я записал. Вот, хочу найти фотку там, где я в футболке от SDM. И тогда вот тут так будет. Я такой типа сигаретой, по-моему, во рту, блин. В переходе метро такой типа. Знаете, какой-то. Матрос тельняшку вёт, а я такой типа открываю это самое, там от SDM и череп. Ну не знаю, смогу ли я найти эту фотку. Обязательно ее выставлю, да. Ну вот, так что. Все можно сделать, господа, если есть желание и возможности, да. Сейчас, конечно, 2020 год, качество записи надо делать качественное. Вот. Хотя вот, как Blood of King, можно и туфту толкать, в принципе, покатит. Ну все. Пока-пока, подписывайся на мой канал. Максим Вехов желает тебе успехов. Подписывайся на мой канал. Максим Вехов желает тебе успехов. Thank you.